Друзья, с вами программа «Три сложных вопроса», и, как всегда, у нас наши гости отвечают на них со всей искренностью. Можно узнать то, что очень часто остается где-то за кадром, остается нераскрытым, а это самое интересное. И мы сейчас узнаем историю любви, историю становления семьи, которая на самом деле прошла уже большой путь, история людей, которые знают, что такое призвание, что такое служение. С нами наши сегодняшние герои – это Игорь и Елена Агаповы, наши замечательные друзья, в первую очередь друзья нашей семьи, наши родные в Боге. И Игорь Владимирович является старшим пастором церкви «С нами Бог». Елена, она много лет директор христианской школы, и помимо их общественной деятельности и служения, они также замечательные родители и семья. Расскажите, пожалуйста, ваш стаж и ваши достижения на этом поприще в начале программы. Мы в браке 33 года, у нас 7 детей и 8 внуков, ждем 9-го. Поздравляем! Из 7 детей 5 уже женились, а 2 еще они не дошли до этого возраста, 2 младших, да? 15 и 13 лет. И 13. А другим детям сколько лет? Старшему 33. У нас удочеренная дочка есть, ей 33. Потом 32, 30, 27, 24. Сложно каждый год считать. Вау. Поздравляем. Так что мы говорим с людьми, которые по факту являются экспертами в том, о чем сейчас пойдет речь. А первый вопрос наш, он на самом деле очень простой для них. Расскажите, пожалуйста, поделитесь историей, как Бог привлек вас к себе. Я из семьи героя веры. Мой дедушка в 16 лет уверовал, прошел долгий путь. И с детства я ездила с ними в собрание, слышала о Боге. Но первая моя молитва была в 9 лет. Я сказала: «Господь, знаю, что ты есть, я бы с удовольствием ходила в церковь, но я хочу быть активной комсомолкой, пионеркой. Вот стану бабушкой, одену косыночку, приду в церковь». В 15 лет я молилась по-другому. Я ощущала постоянно Божье присутствие рядом, я просто чувствовала, что Он мне везде помогает. Я обращалась к Нему, ну, конечно, потребительскими молитвами. И я просила: «Господь, вот если Ты мне дашь верующего мужа, мне же скоро замуж выходить, дай мне верующего мужа, и тогда мы с ним вместе придем в церковь. А если нет, ну что это будет за семья?» Ну, помолилась и забыла, в 19 лет вышла за неверующего мужа, но Бог не забыл мои молитвы. И дальше произошло следующий этап. То есть и вы уверовали после того, с мужем, как 5 лет, да, у нас уже было 2 детей. Мы 2 человека с очень сильными характерами. У нас были очень тяжелые первые 5 лет. Наш брак просто рассыпался. И через 5 лет мы поехали в отпуск, дали друг другу последний шанс в этом отпуске наладить отношения друг с другом. И выбрали место, поехали к дедушке, моему верующему дедушке. И там все началось. Дедушка подарил Игорю Евангелие, начал возить его в собрание, а я одна с 2 детьми гуляю в отпуске, злюсь на Игоря, и так в сердцах: Игорь прячется от меня, читает Евангелие, слушает дедушку, а я злюсь, потому что я с 2 детьми провожу отпуск. И я в сердцах сказала: читай, читай, проповедником будешь. Да, это было так. Это было пророчески. Оказалось пророчески. Это как совет: если вы даже злитесь, говорите что-нибудь хорошее. Божье, да. Она в сердцах, она недовольна была, то, что я не вместе с ней. Не участвовал как с детьми, не разделял трудности. Что это за отпуск, да, я сама по себе. Но при том, что она злилась, она сказала очень хорошую вещь. И Бог решил: хорошо, эмоции такие хорошие, сильные. Правильные. И правильное послание, наверное, стоит исполнить. За сколько дней вы вот совершился переворот в вашей душе, или за какой период времени, и что вы заметили в себе после общения? И вот мы услышали от Лены, что она в это время
совсем в другом настроении находилась, а Бог начал работу с вами, получается. Ну, нельзя сказать, что в один момент это произошло. Сколько дней. Я думаю, что работа Божья надо мной началась с того момента, как только я начал осознавать, что Бог вообще есть. Это в детском возрасте. Ну вот в этих узких как бы обстоятельствах уже, когда семейный кризис такой, кризис взаимоотношений. Ты хочешь спросить обращение, когда мое обращение произошло. Да. Это даже не там произошло. Там я просто понял, что есть Бог, и Он реален, потому что я видел деда, героя веры. Все его рассказы, они настолько глубоко касались меня, я находился вот в душевном конфликте там. А уверовал я, уже окончательно отдал свою жизнь Христу. Мы вместе это сделали. После встречи с пастором в Москве мы встретились. Сначала я встретился с ним. Пастор, который давал ответы на вопросы фильма «Иисус». Тогда его практически везде крутили. Получали разрешение на это. И вот там он, в кинотеатре он давал ответы после этого фильма. Мой друг меня пригласил на этот фильм. На фильм я опоздал, я его не посмотрел. Я пришел уже тогда, когда он стоял на сцене. Маленький такой, щупленький, азербайджанец. Разговаривал что-то о Боге, а мне все, что он говорил, что это было неинтересно, и я все время своего друга торопил и говорил, давай мы уйдем отсюда побыстрее. В тот момент, когда он сказал, вернее, встал какой-то парень сзади, такой здоровый, я хорошо помню, какой он был большой, он так ему кричит из зала: что вы нам лапшу на уши вешаете, если вас ударят по щеке, вы что, будете подставлять вторую? И вот этот вопрос меня заинтересовал. А что же, ну и как? И что сказал? Как ты будешь поступать, если тебя ударят по щеке? Я знал, как я буду поступать. Я всегда действовал на опережение. Меня бы он не ударил по щеке. Я вот себе нарисовал картину, как бы я поступил, и думаю, а что ты скажешь? И он такой, он стоит, вот этот маленький такой, и говорит, во-первых, я мастер спорта международного класса по борьбе дзюдо. Уже интереснее. Уже мне стало сразу интересно. Цени его ответ, и что он сказал. А потом он говорит, я участвовал в отборочном туре, на Олимпиаду, но закончил институт физкультуры и поехал в Шаолиньский монастырь в Китай. Там изучал кунг-фу, имею трактаты точной медицины, это просто, чтобы сократить все это. И говорит, я могу оставить 10 трупов легко. Когда вы имеете все знания, способности и силу оставить 10 трупов, где нужны больше силы, подставить щеку или дать волю своим способностям? Я такой смотрю на это и даже не понимаю, что ответить. Пришел в тупик из-за своей, наверное, умственной способности от солдатской фуражки, что там всего была одна извилина. Я не понимал, а как ты будешь действовать? И тут этот парень сверху дает такую подсказку и говорит, больше силы, надо подставить щеку. И в этот момент я понял, что он на сцене, маленький такой, но он сильнее, чем я. И я подошел к нему после, когда все закончилось, и сказал, пастор, где живешь? Я еще не знал, что я говорю библейскими фразами, такими, как ученики. Он говорит, пойдем, хочешь посмотреть, пойдем и увидишь. Привел меня к себе домой. Я думал, что там спортзал, татами, кунг-фу. А там оказалась такая маленькая комнатка, забитая книгами библейскими, он пастор. И я понял, что я неправильно задал вопрос,
спросил, где тренируешь, он говорит, завтра можешь поехать со мной. Я, конечно, я с тобой поеду. Опять мы едем 101 километр в его церковь. Я ж не понимаю, что церковь это нечто другое, не чем храм такой, который православный. Да, буддийский храм с татами и все. Ну, приезжаем, деревянный дом стоит. Я себя опять, вот человек верит, хочет верить в то, что он хочет получить, понимаешь? Ждет картинку какую-то. Да, я жду картинку, вот я жду картинку, что сейчас мы войдем, а там татами. Входим, а там стулья и кафедра, и место для хора. И я себе думаю, ну, наверное, в подполье где-то прячется. Вот это настолько, вот такой был долгий переход, и там вы произнесли молитву покаяния. Я все-таки хочу услышать, когда молитва покаяния была именно в этой церкви, по причине того, что там я первый раз ощутил любовь. Но Бог ожидал, что он мне объяснит путь покаяния, и в конце концов на Пасху супруга сказала, ну, давай будем поститься. Что мы вот уже знаем, что Бог для нас только сделал, мы для него ничего. Вот, ну, представь, взрослый человек, но в этом плане абсолютно несведущий, и поэтому для меня поститься, это что-то было очень страшное, потому что я думал, что если человек один день не поест, то он может умереть. Ну да, да, это слом такой вообще. И вот, ну, она спрашивает, сколько мы будем поститься? Она говорит, 3 дня. Ну, я думаю, умирать так ладно, умрем, будем с Богом. Вот. Но через день поста я вдруг почувствовал, что стало легко, кушать не хочется. И вот на 3-й день поста мы приехали туда. И когда я опускаю все другие подробности, мы вошли в церковь. Вот тут я услышал голос Божий, который сказал мне, сегодня без покаяния ты не уйдешь. Вау. И вот там следующий голос, который подошел, это был противный ему голос. И он начал четко отговаривать, да, апеллировать, и в конце концов он меня так измучил и так убедил меня, что я внутри, вот так вот я сижу с краю, вот здесь вот эти скамеечки сидят, бабушки там наши, я вот тут сижу, и я внутри кричу, Господи, я к тебе никогда не выйду, хотя я кричу не голосом, а просто в сердце своем, и тут я вижу, что между мною и Богом начинает образовываться какая-то пропасть, и она начинает расти. Я так туда заглядываю, и там что-то очень страшное. Я понял, что пропасть растет, и я ее не перепрыгну. Я кричу, вытолкни меня! И опять я кричу в сердце своем, там внутри, и кричу, вытолкни меня! И тут сзади кто-то физически 3 раза меня так раз и толкает, и я вскакиваю. И боюсь повернуть голову, потому что я же не голосом кричал. Я понимаю, что это он. Я так выхожу с радостью такой, выхожу в центр и иду каяться. Потом думаю, это я сейчас спасусь, а моя жена в той пропасти окажется. Где она? Я останавливаюсь на половине пути и начинаю высматривать ее. Она встречала моих друзей, сидела сзади. Они ей мешали все время слушать, и она там молилась. Ну, Господи, пусть он пойдет первый, а я пойду за ним. Если увижу, что пошел, и я пойду, да? Господи, да. Пусть он выйдет, я пойду за ним. Вау. Пусть он пойдет на покаяние. И тут она увидела, что я уже там на середине, и смотрю, она идет ко мне, мы пошли вперед, встали на колени. И я уже не помню, сколько времени мы там стояли, потому что слезы... Нужно было что-то говорить, я ничего не говорить не мог. Я просто плакал перед Богом, плакал, плакал. Уже собрание закончилось, а я там стою вместе с ней, мы плачем, все. Уже пастор на нас даже махнул рукой. Вот. Но пришли мои друзья. Пришли мои друзья такие и так смотрят на меня, а я вот стою на коленях, на них смотрю, так слезы текут. И говорю им, я вас люблю. Они такие смотрят, у него крышу поехала. Давай бежим, а то сейчас и у нас... И так пока они убежали, старые друзья, вот так вот, один день они ушли, и все новое начало в нашей жизни происходить. То есть так сильно начало меняться в лучшую сторону. У нас на самом деле большая часть программы уже прошла, у нас еще 2 вопроса. И я даже не знаю, как нам на них ответить емко и кратко. Вопрос, хотелось бы услышать действительно, как выбрать правильного мужа и жену, как вам это удалось? Thank you.
все было неординарно, я думаю, просто это была рука Божья над нами, потому что фактически на третий день нашего знакомства Игорь сделал мне предложение, я согласилась, и мы очень быстро поженились. А вы согласились, потому что в сердце ощутили такое доверие к нему, что да, я смогу как бы с ним пройти там до конца? Или вы не думали вообще там на всю жизнь? Вот именно я почувствовала, он мне еще не сделал предложение, мы встретились в воскресенье, во вторник я звоню маме, говорю, мама, наверное, я выйду замуж. Как? Ты же ни с кем не встречалась. Он в этот же день своей маме сказал, мама, я женюсь. Как? Ты только пришел из армии и забрал у меня все деньги. Как мы свадьбу будем играть? Он, мама, при чем здесь деньги? Я женюсь. И мне еще не говорил. Просто мы почувствовали, что, ну, я в сердце почувствовала, ну, вот это точно мое. Вот почему я хотел тогда еще сказать, что Бог сопровождает человека все время, от рождения. Он сопровождает, он ждет, он зовет, он нежный такой. Почему? Потому что выбор Бога – это мое сознательное решение. И поэтому он не настаивает на этом решении, он просто предлагает. Но в то же время он руководит другими вопросами. И в частности, здесь это было его четкое руководство. Мы пришли играть, и вот заходят две девушки, а мы играем уже с ребятами. Вот. И тут я смотрю, она просит там поиграть, и я слышу голос, который говорит внутри. Вот это она. Я спрашиваю, кто она? Говорит, это она один раз и навсегда. Я понимаю, что речь идет о моей жене, что вот она один раз и навсегда. И я начинаю спорить с этим голосом. А это почему один раз и навсегда? То есть, ну, я не понимаю таких... 20 лет было как раз, да, получается? 22, мне 22 и 19. Не понимаю таких ультиматумов. Тогда он добавляет к этому весы такие. Или никогда. И я смотрю на эти две чаши. Один раз и навсегда, никогда, навсегда, никогда. Я понимаю, что он исполнит это. Вот голос, который говорит внутри, что он собирается это исполнить. Поэтому я там, никто не видит это, никто не понимает это, только это внутри меня происходит. И я говорю, хорошо, один раз и навсегда. Это лучше. Да, но я вижу ее, и это зарождает во мне какую-то любовь. Первое, что любовь слепа, да? Поэтому я не вижу никаких недостатков в ней, которые проявились потом, почему у нас эти конфликты были. Вот. Я начинаю просто чувствовать, мой что... Мой человек, вот есть да. такое выражение, это мой человек, да. Но у нее-то ничего нет. Внешне она не выражалась. Она-то даже не знает, что, что такое. Я его не заметила, играли в теннис и все. Зато мой друг сказал, что вот это моя. Я говорю, нет, это моя. Он, да нет, я... А он такой бабник, а он бабник такой был. Я говорю, слушай, я тебя побью, если ты не перестанешь. Так я его побил. Пришлось, да? Понятно. Троих за нее побил, ей ничего не говорил, потому что думал, узнает. Это в течение двух дней вот этих вот пока? Серьезная шла работа. Да, выбор был такой серьезный. Ну почему? Лена, потому что я не хотел остаться в этой корзине, которая называется «никогда». Человек, когда он имеет выбор, и осознанный выбор, что он готов пройти до конца, как у меня это было один раз и до конца, то есть я понимал, что я сжигаю все мосты, у меня нету запасного выхода, то есть вот я ее выбираю, и все, я выбрал ее. В этом случае человек должен бороться за свою любовь. Потому что жизнь, она представит испытания обязательно. Будут серьезные испытания. И именно испытания вот на эту тему один раз и навсегда. Мы же, когда даем обещание, там стоит человек под хупой или стоит под балдахином, стоит просто В присутствии там, церкви всех, и он дает обещание, это не должны быть пустые слова. Ты не можешь обижаться, потому что о тебе написано в Библии «муж известный у ворот». У каких ворот? Своего дома. Ты либо оставляешь в доме то, что приходит, либо приглашаешь дом, либо выгоняешь из дома то, что не должно быть. Обида нравится? Нет. Выгоняй из дома. Не должно быть тех вещей, которые ты ответственный, чтобы их не было. Нет, не твоя жена, ты ответственный. Ты ответственный построить этот дом в соответствии с Божьими правилами.
Если есть Божьи правила в доме будет порядок, и все будет хорошо. Если не будет этих правил, то тогда не будет ни согласия, ни мира, ни любви, ничего не будет. Даже ты будешь строить, искать этого, но ты не можешь получить это, потому что в доме живет враг всего этого. И ты согласился, это обиды, это ссоры, зависть, разногласия и так далее, и так далее. Угу. То есть вот муж известный у своих ворот, а то мы все вот хотим быть известны у других. Это самое, я даю наставление дочерям. Мы открываем 31 главу притчи, и Игорь говорит мальчикам, что они ведут свою семью. Угу. А я говорю о роли женщины, что мудрая жена устрояет свой дом. Поэтому тоже мы много говорим о мудрости, что зависит от женщины, мир в доме, уют в доме и отношение к мужу. Если можно, последний вопрос. Я не буду спрашивать, как вы вошли в свое призвание. Как вы наставляете детей вот, найти их призвание? В чем? Вот как нащупать вот то, что будет приносить тебе такое удовлетворение, радость? Как услышать от Бога это направление? Самое первое, что человек должен прислушиваться к тем духовным основам, которые есть в его сердце, потому что Бог разговаривает с сердцем человека. И мы видели много примеров, когда родители хотели прожить жизнь свою через детей, заставляя их делать то, к чему у них сердце не лежало. Поэтому в этом случае, если правильные духовные основы, человек должен смотреть в сердце. Хотя Библия говорит, крайне лукаво сердце человека, но это когда человек оставляет Бога. То есть вот без Бога сердце становится эгоистичным, лукавым. Но когда человек ищет, как приблизиться к Богу и начать служение Ему, найти свое призвание, то опираться нужно на духовный процесс внутри сердца. То есть этому мы учим. И второе, естественно, мы учим тому, чтобы человек начал использовать духовные дары. То есть мы с самого детства учим, чтобы дети, они использовали духовные дары. Они видят видение, они пророчествуют. Это начинается у нас со школы, потому что у нас своя школа, вот, и там приходят дети, и у нас школьный день начинается с прославления, молитвы, проповеди, и потом наставление, и завершается опять молитвой. И дети, они, основная тема вот этого чапла, это не библейский урок, рассказать им какое-то очередное то, что вы не знаете, а то, чтобы приблизиться к Богу и ощутить Его присутствие. Пережить Его присутствие внутри себя. И дети начинали видеть видение, и они делились этим. Причем они, это не просто какие-то банальные видения, а именно то, что касалось их семьи. Да? Они видели там своих родителей, которые ушли в вечность, и которые вместе с Иисусом вот, стоят там за Ним, улыбаются, что они, все у них хорошо. Они пророчествовали на больных людей, которые исцелялись, и они молились, и Бог отвечал на их веру. Вот эти вещи, когда человек начинает с детства в этом участвовать, с детства он начинает познавать духовный мир, то ему легче воспринять то, что Дух производит внутри сердца. Направление, что, да, вот это, и повеление. И в этом для людей нет особой сложности. Но когда человек черствый или теплый, ему очень сложно, потому что он метается, и туда-сюда он попробует... Ну, обычно психологи говорят, вот сделай своим признанием то, что ты любишь. Но чаще всего люди любят такие гадости, и в какое-то призвание у тебя? Никакого призвания у тебя нет. Ты просто поиграешься в свою жизнь, и все. Призвание – это не всегда то, что ты любишь.
чаще Бог призывает туда, куда человек бы сам не захотел пойти. Он Петру говорит о том, что... Ну, куда не хочешь, да, туда другой припаяшь, и ты пойдешь туда, куда не хочешь, и это призвание. Поэтому призвание не ассоциируется с тем, что я люблю, потому что люди так часто они говорят: «Ой, я это люблю, это мое призвание». Нет, это внутренняя душевная привязанность к чему-то. Вот. Призвание – это когда есть откровение от Бога человеку. Я призываю тебя сюда. Вау, спасибо большое, Игорь, Елена, за такой разговор и за то, что за каждое слово, которым вы делились, вы заплатили и своей жизнью, и вы получили плоды уже в своих детях, уже видите созидание в своих внуках, и я знаю и всем сердцем верю, что, посвятив жизнь Богу, вы увидите плоды до тысячного поколения благословений. Поэтому, дорогие друзья, я очень надеюсь, что общение с этой замечательной семьей, парой будет благословением для вас. Принимайте уроки, принимайте направления и просто радуйтесь в Боге. Спасибо вам большое.